Заказан был запрет на мат и, по возможности, Яровая. Мне кажется, что я их соединил. Жестоковыйно, как Атилла, и безысходно, словно шиш, нам мат Госдума запретила, но как такое запретишь? Язык такая вещь живая, он не страдает от оков. Тратата, скажешь, Яровая, тратата, скажешь, Сердюков. И на портрете сразу пятна и уважение ни черта. Живем в России, всем понятно, что означает тратата. Как руководство, не бабахай, Андрей. Как не натягивай бразды, мы утираемся рубахой и пьем до утренней звезды. У нас, в московском нашем сити, уловок всяких до хрена. Не мат вы лучше запретите, а ваши, скажем, имена. Замечу, правду соблюдая, что ведь опаснее до черта сказать «тратата Яровая», чем деньги прячет тратата. Эффект, походу, абсолютен, его оценит вся земля. Вреднее звучит тратата Путин, чем засиделся траля-ля. А впрочем, даже если Дума в наивном рвении своем забипит все слова угрюмо, мы все равно себя поймем. Такая жизнь у нас, ребята, такой приученный народ. Вот я сказал тратата-тата, и все вы поняли. Ну вот. Дмитрий!